безоблачным летом. Все мы бессмертны и юны, мчались навстречу рассветам на колеснице июня. Звезды стихи нам читали, что бессмертными стали. Слышишь их голос далекий, чувствуешь сердце биение. Жребий нам выпал нелегкий, жить и не ведать забвенья. Горят в небесах наши звезды, дорогие друзья, совсем скоро мы с вами будем отмечать 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории нашей страны. Наш народ одержал величайшую победу в истории человечества. Благодаря мужеству и отваге каждого из участников тех событий, мир был освобожден от фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – единым. Если ты патриот своей страны и не хочешь забывать о достоинстве, верности и чести участников Великой Победы, а также любишь и ценишь традиции своей семьи, то тебе сюда. Переходи по ссылке и участвуй в нашем заочном конкурсе «Славе не меркнуть, традициям жить» в рамках года памяти и славы.